Самое яркое событие осени – гала-концерт первокурсников 2019 порадовал зрителей увлекательной программой. Студенты познакомили присутствующих с историей студенчества в Елабужском институте КФУ. Судьба становления старейшего учебного заведения Прикамья никого не оставила равнодушным. Знакомство с вузом началось с момента основания учебного заведения. Быт времени в меценатах Стахеева, Великая Отечественная война, перестройка и распад Советского Союза. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться учебному заведению, научная работа в стенах ныне Елабужского института не прекращалась. Интересы студентов всегда оставались прежними. Творчество, саморазвитие и, конечно, любовь. Вместе мы обязательно станем сильнее, и мы найдем способ, как вернуться к тебе. Ты, главное, будь стойким, каким и раньше был, каким и был всегда. До скорой встречи, до скорой победы, родной, любимый Ленинград. Концерт был ярким, незабываемым, впечатляющим. Танцы были великолепными. Ребята-первокурсники показали себя очень творческими. И я надеюсь, что у них все так же останутся такие же яркие, креативные идеи, которые они будут восполнять на нашей сцене. На сцене городского дворца культуры зажглись новые звездочки. Студенты первого курса, история студенчества которых только началась. И какой она будет, зависит от самих ребят. На самом деле я очень волновалась перед этим концертом. Я даже не раз плакала перед ним и вчера, и сегодня. Но наши старшекурсники нам очень помогали, они во всем нас поддерживали. И благодаря им, и благодаря нам получился вот такой концерт. Студенты старших курсов не остались в стороне от праздника первокурсников. Подобные концерты придают студенчеству особую атмосферу творчества и заряжают положительными эмоциями. На самом деле было очень интересно работать с первокурсниками. Ну, это каждый год интересно. Каждый год приходят новые люди, новые имена, новые эмоции с ними. В этом году нам очень повезло, потому что в нашу актерку пришло целых 4 парня, конкретно с нашего факультета. Девочки были большими молодцами, особенно их номер «Шагане». Был очень трудный в постановке, поскольку ей им приходилось работать на определенный манер, но они с этим невероятно хорошо справились, чему мы несказанно рады. Совсем скоро свою концертную программу представит каждый факультет Елабужского института. Сирена Иванова, Ислам Хамитов, пресс-служба Елабужского института КФУ.